сели вот на катер и будем сейчас отплывать в неизвестном направлении. Ку-ку. Девушки. Да? Не надо нас близко снимать. А я не близко снимаю. Вот. А берега практически не видно. Куда плывем? Берег с другой стороны не может быть. Good morning, everybody! Good morning! Come on, guys. Let's make more noise than downstairs, guys. Good morning, everybody! Good morning, baby! Yeah. Good morning! That's the spirit. How are you? Welcome to Africa, guys. I'm just kidding. Welcome to Belize, guys. And I heard someone said happy birthday to someone. Whose birthday it is today? Tanya! Who's Tanya? Приехали на майские руины. Как место, зайчик, называется? Место называется туалет, очередь в туалет. Причем здесь туалет? Алтанха. Да. Святое место, говорят. Курить нельзя. Вот. Так, попадаем на территорию. Есть очень такие. Пахнет. Говорят, что если пожуешь губы, язык занеменеет. Или занемеет. Да. Сейчас будем залезать на пирамиду. Так, полезли. Уф. Так, ну что, полезем на самую вершину.
Уф. Ого. Вон светик. На другой. Что-то запыхался я. Сейчас мы к ней приблизимся. Вон она нас фотографирует. Ну, Лен, как залез? Берешь и залезаешь. Так папу можно назад не слезть. Да. Для меня высокая. Ух. Майская собачка. Отдыхает. Temple of Sun God. Сейчас поедем. Да. Залезли. Ну. Зайчик, а что надо приседать? Все очень даже видно. Здесь спустимся. Ой-ой-ой-ой. Очень. Надеюсь, меня видно. Приехали на пароход. Вот так вот нас привезли на тендере. А берег вон как далеко. Некоторые пароходы поближе стоят. Тут второй в мире по величине коралловый риф, говорят. Поэтому далеко приходится стоять, чтобы не нарушать экосистему. Вот он, Белиз. Государство очень маленькое. 300 тысяч человек всего.